Я боли начал чувствовать там 16 лет, там в 24, в 28 я написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать». Ну, то есть, ну, на самом деле уже было очень больно. Но, к сожалению, с тех пор лучше не стало. То есть, я все хуже себя чувствую, я постепенно умираю. Но, как бы, я уже умираю спокойно. То есть, я как бы, мне не страшно. Ну, то есть, я уже хочу умереть. Вот у меня, например, может быть, это последнее мое интервью еще с зубами, понимаете? Я прошу, чтобы у меня было тихо в доме, значит, мне делают громко. Кто-то специально купил квартиры на всем этаже у нас, по всему стояку. Значит, я живу на 5-м этаже, у нас ремонты на 4-м, на 3-м, на 2-м и на 1-м. На одной заканчивается, начинается на другом, по всему стояку, и это длится уже 2 года. Я вот снял сейчас дом, значит, рассказываю, вот, снял дом, только заехал в него, значит, за 2 недели, только хотел появиться на телевидении, то есть опять, значит, в соседний дом тут же, значит, приехали строители. У меня такое ощущение, что там, где я вот появляюсь, сразу же какая-то банда строителей появляется, и за мой счет на моем горбу начинают, значит, стройки. Вот, и они вот пилят и сверлят с утра до ночи опять. Значит, я думаю, ну, наверное, совпадение. Но что-то я устал от таких странных совпадений.